Второе направление – это форсированное технологическое развитие. Возможности здесь поистине колоссальные. Наша задача – быть среди первых, кто использует эти технологии, конвертирует их в настоящий прорыв. Россия обладает серьезными кадровыми научными ресурсами, хорошим стартовым заделом для создания самых передовых технологических решений. В этой связи предлагаю нашим компаниям с государственным участием, а также ведущим российским частным компаниям, стать главными партнерами государства в развитии сквозных научно-технологических направлений. Это, как уже говорил, искусственный интеллект и другие цифровые технологии. Это, безусловно, новые материалы. Это геномные технологии для медицины, сельского хозяйства и промышленности. Практическим результатом такого партнерства должны стать выпуск и продвижение прорывных, успешных продуктов, услуг как на внутреннем, так и на внешних рынках. Для государства это возможность сформировать мощный, суверенный технологический задел, для компаний шагнуть в новую технологическую эпоху. Все эти вопросы буквально неделю назад мы рассматривали на специальном совещании в Москве. По его итогам в короткие сроки будут заключены соответствующие соглашения со Сбербанком, Ростехом, Росатомом, Российскими железными дорогами, Ростелекомом. Пакет соответствующих документов подготовлен. Также прошу включиться в эту работу, в этот масштабный проект наши ведущие компании топливно-энергетического комплекса «Газпром», «Роснефть», «Россети», «Транснефть». Поручаю правительству организовать эту работу.